Софрино-1 желание отремонтировать подъезды в своих домах изъявили сами жители. За это решение люди проголосовали на общих собраниях собственников жилых помещений. По словам председателя совета 43-го дома, капитальный ремонт в подъездах не делали с момента его постройки. Пошарпанные стены, все это в потеках, все это в надписях, в черноте, в грязи. Это все очень и очень, конечно, не очень некрасиво. А когда приведено очень хороший вид. Тем более, мы, допустим, не мечтали о пластиковых окнах. Я честно вам скажу. Мы думали, что покрасят, побелят. Ну, то есть, такой легкий косметический. Но когда и пластиковые окна, пластиковые двери. То есть, это уже в подъезд заходите, уже тепло. Сейчас подъезд не узнать. Здесь покрасили стены, побелили потолки, электропроводку убрали в короба, отремонтировали перила и установили новые почтовые ящики. Финансируется программа «Мой подъезд» из нескольких источников. Работы оплачиваются из средств регионального и местного бюджетов, а также за счет управляющей компании. Финансовое участие жителей минимально – всего 5%. 47% УК, 5% собственники жилых помещений. Остальную сумму делится в пропорциях 66%. От 47,5 платит Московская область и 33 с копеечкой платит бюджет городского поселения Софрино. А в 37-м доме картина совершенно противоположная. Стены в подъезде грязные, с облупленной краской. Везде торчат провода. К ремонту здесь только приступили. Заменена проводка от вводного распредустройства до каждой квартиры. Соответственно, это повышает, во-первых, энергетическую безопасность дома, и второе, дает жителям возможность использовать более мощные приборы. К концу июня в Софрино-1 обновленными станут 93 подъезда. К ремонту еще 62 приступят уже в июле. Инга Лапикова, Антон Орловский, Александр Девкин, Пушкинское телевидение.